Всем привет, ребята, меня зовут Тимур, и сегодня я создал чушь генерации 333-228-333. И вы видите это? Что это? Неужели подводный храм? Блин, ребята, это я настоящий данж нашел. Так, тут есть центральный вход. Тут стоит вот такой же морской фонарь, как у меня. И тут, конечно же, есть какой-то лабиринт. Правда, я на зарядке играю, у меня лагает Майнкрафт. И еще, с какой стороны тут можно зайти? Тут есть центральный вход. Тут какие-то эти. Так. Он держится на таких вот сваях. Ну пойдем что ли в приключения? Тут есть такой центральный вход. Можно уходить через эту башню. Нет, пошли через центральный. Так-с. Будем расставлять морские фонари. Так. Еще тут есть. Ой. Хорошо, что у меня блок есть. Вот сделан из призмарина. И что тут есть? Кажется, только эта комната. Хотя нет. Вот тут еще что-то есть. И здесь. Ребята, вы только посмотрите. Как тут красиво, блин. Здесь стоят морские фонарики, как у меня. Блин, ребята, я в первый раз нахожу подводный храм. Только я играю на мирный, и здесь нету стражей. Охран. Страж — это охрана. Давайте перейдем в нормальную сложность и покажу вам стража. И теперь нужно яйцо стража. Заходим в раздел «Природа», «Яйца мобов», «Создать стража». И я вам его показываю. И если вы его ударите в выживание, то вы получите урон, потому что у него есть вот такие шипы. Теперь мы его убиваем и переходим в мирную сложность. Ого, с него выпала треска и осколок призмарина. Переходим в мирную сложность. Так, что твой вообще поломался? Теперь давайте искать выход. Вот, сейчас через блок выйду. Вот такой вот храм. Очень красиво, кстати. Оценка на этот храм 5 звезд. Ну и если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.